Здравствуйте, друзья. 3 часа с копейками. Оп. Четверг сегодня. И решили мы поменять наш мобильный телефон. Так у меня вообще-то Windows Phone, Nokia там. И мы уже, наверное, сколько тут? Два срока, то есть 4 года. Пользуемся. Меня как бы устраивало. И, собственно, купили мы его, потому что на тот момент как бы там была очень приличная камера. А я тогда только начинал блогом заниматься. И в то время люди, сотрудники там магазинов каких-нибудь, они болезненно относились к съемке. То есть не всюду можно было снимать нормально. И я так, знаете, подумал, что телефончик, он так как-то незаметненько. Вот, у меня даже были такие очки с камерой тут, такие шпионские, но так я не воспользовался ни разу. Потерялись где-то. В общем, вот, поэтому мы пошли вот с этим телефоном. И мне еще что нравилось, что поскольку я человек консервативный и телефоном практически не пользуюсь за пределами того, что это телефон, ну, конечно, бывает там и где-нибудь там в интернет пойдешь, там что-нибудь посмотришь, но, ну, в общем-то, я все время у компьютера сижу, я так сидячую образ жизни такой веду, либо я дома у компьютера, либо я на работе компьютера, ну что мне? Вот нет такого задора, знаете, юношеского. Так что, да, и вот хорошо, там applications там никаких особо нет, я говорю, там мне же и не надо. И первое, значит, разочарование у меня произошло, когда я захотел поставить перископ. И выяснилось, что нету на него перископа. Уж раз в жизни захотел что-то поставить, так перископа нет. Ой, господи. И я купил такой планшетик такой купил. Андроидный. За копейки какие-то. Ну, так вот я с него. Значит, таблеточку. И вот дальше что? Ну, дальше, ладно, таблетка есть. Перископ, собственно. Я бы, может быть, чаще туда ходил, но качество низкое, знаете, такое совсем не, ну 240. Вот я когда видео из этого потом делаю, получается 240 разрешения, но это смотреть же невозможно. Наверное, с телефоном было бы лучше, я не знаю. Ну, посмотрим. Вот сейчас появится новая система, посмотрим. Так, я забросил из-за этого перископ. Дальше что? Дальше я стал думать, значит, на что менять. Вот поскольку время подходит, надо менять. И, ну, соответственно, Android или там iOS. К iOS у меня вообще, ну, некоторые предубеждения есть. Не вообще к платформе, но к Apple, к политике его, вот эта вот несовместимость разъемов меня как-то не раздражает, но обижает как пользователя. То есть я понимаю, что как бы вот нас имеют, ну, не знаю, в общем, какие-то такие вещи, с моей точки зрения, не симпатичный. У меня был до этого iPhone, там, ну вот, 4-5 лет назад. Ну, как-то я не то, чтобы у меня какая-то черемуха с ним такая возникла в отношениях. Ну, телефон, там, ладно. Но тут я уж собрался было на Android менять. И так уже и модельку присмотрел, там, и вроде так мне рекомендации хорошие дали и все такое. Но тут я поговорил с блогером таким, ну, так сказать, Забугорским. Есть такой канал Забугром Лайф. А он такой очень оснащенный парень. Он сейчас во Флориде в командировке. Когда вернется домой, а живет он в Колорадо, значит, мы договорились, что сделаем с ним интервью. Но такой продвинутый человек. И он меня убедил, что если менять, то менять надо на iPhone, вот там, семерочку там и так далее. Вы сейчас увидите процесс, я еду в магазин, где мы со Светланой будем менять наши телефоны. И заказали мы все это онлайново, а подхватить, так сказать, это нужно в конкретном месте. То есть я думал, мы где-то возле дома подхватим, он говорит, нет, вот вам назначено вот туда и езжайте. А уже время такое, знаете, 3:30, вы видите, на дороге-то народ, можно сказать, не понимает, что мы спешим. Ну ладно, у меня через 25 минут там appointment. Ну, Светлана подойдет, ей близко от дома. Вот, и к
этому хозяйству есть еще такая насадочка. Так насаживаешь, и получается у тебя 360, вот эта съемка. Мне как бы давно хотелось, но я не видел приличной камеры к этому делу. Хотя сейчас появилась. Сейчас появилась. И вот как отдельная камера, она стоит там что-нибудь 560, там 570 баксов. Нормально все. Но вот эта насадочка, она, во-первых, дешевле стоит. Во-вторых, она прямо на телефон. А мне все равно телефон нужен. А в-третьих, ее можно, в общем-то, и отдельно использовать, если есть большое желание. Но что там? В общем, короче, какие-то еще мне понадобятся прибабахи к этому всему. Ну вот я теперь буду расти в этом направлении, потому что как бы настроение есть. И вас надо тоже чем-то радовать, вот какие-то приколы. 360 там, смотришь по сторонам. Так вот вы меня видите, а так вы видите, что на полу у меня лежит, там в салоне, например. Или там, может, сможете прочесть тут вот, чего тут пишут. Я не знаю. Конечно, нет, я понимаю, что если, допустим, пойти куда-то к океану, то, может быть, там действительно интересно. И я даже не знаю, неужели я теперь на телефон буду в машине снимать, чтобы вы вообще видели вот, вот там, что вот там делается. Ну, вы мне подскажете. Я думаю, что у нас теперь появляется большое поле для экспериментирования. Но не прямо вот сегодня. Сегодня я только телефончик возьму, дальше мне нужно освоиться. Дальше мне нужно заказать к нему эту камеру. Дальше нужно... Вот я с Наташей Квик беседовал, у нее такой стабилизатор какой-то, к этому уже тоже есть. Но я даже не знаю, я все-таки, ну не знаю, это же не основная моя камера, что там стабилизировать, не могу сказать. Ну, в общем, поглядим, к чему придет логика процесса. Может быть, там какой-нибудь там селфи-стык понадобится, даже не знаю. У меня нет селфи-стыка, потому что я когда пытался прикупить для вот этой камеры, в смысле камеры, для телефона моего, так пошли мы в магазин, их там было много, и продавцы были уверены, что наша система, значит, подхватит. И мы сначала один купили, а он не заработал. Тогда мы пришли в магазин, и они там при нас распаковывали одну за другой, желая нам доказать, что сейчас включится. А оно вот не находило общего языка с этим Windows Phone. Поэтому мы так пока что обходились без селфи-палки. Дождичек пошел, смотрите. Давайте я разверну, может быть, вам интересно будет, что на улице тут деется. Ой, что деется. Так. Да. Я вам скажу, когда я домой еду, вот по этой самой дороге, то так напряженненько. Вот, казалось бы, тут езды-то минут 7-8, если так, по-нормальному. А может быть, и так все 20. Так что, такая вот история. Все, друзья, я думаю, что через некоторое время мы с вами встретимся уже в магазине. Счастливо! Ну что, друзья, вот мы пришли в магазин. Магазин AT&T. Это не магазин Apple, это магазин AT&T. И поскольку AT&T – это телефонная компания американская, здесь является нашим провайдером. Собственно, у нас вот нынешние наши телефончики тоже у них. Вот, так что мы сюда сейчас придем, и нам дадут систему, настроят, перекачают, наверное, данные. Вот. Я полагаю, они где-нибудь там на клауде лежат. И тут много всяких аксессуаров, вы видите, по стеночкам. Вот вы видите, друзья. A cloud-based voice service that powers the Amazon Echo. I'm currently not connected to Wi-Fi, but if I were, I could provide access to information, audiobooks, news, sports, traffic, calendars, weather, and much, much more. В общем, друзья, стоит у людей дома такая Alexa. Они ей вопросы задают. Хорошо для оттачивания произношения, потому что с плохим произношением она не поймет. Вот. У нас тут есть случаи у знакомых, когда дети, разговаривая с Алексой, чего-нибудь приобретали, да, Свет? Давай в онлайне. Нажмем, написано. А что? Hello, I'm Alexa, a cloud-based voice service that powers the Echo Dot. I can play music. Вот, друзья, мы видим кейсы. Так, почем они здесь, Свет? Ну, вот я смотрела онлайн, тут видишь, цены нету, но онлайн они все $60-70. А на eBay вот, кейсы, но они, может быть, не... Хотя я не вижу никакого. Может быть, там не такая фирма? Вот такой же точно, вот такой гладкий, прозрачный, на eBay стоит там
$12. Ну, не исключено, что там другой пластик, другая компания и так далее. То есть... Ну, понимаешь, как и вот такие есть на eBay. Но они, конечно, да, они сделаны в Китае, может быть, не в такой красивой коробочке. Но, во всяком случае, я их всех видела там. Ну, $12, $60, большая разница, тем более на два телефона. Ну да, да. А там по $5 есть, и по 3 даже. Ну, в общем, там много всяких аксессуарий. Кроме того, там есть вот этот, который ты раньше любил, который к поясу цепляется. Да. То есть он вот, вот он здесь. На прищепочке. Ну-ка, а, где, где, где? А вот справа вот этот, нет? Вот это не защепка? Вот я тоже думаю, что это защепка где-то. Хотя, может быть, нет. Может быть, нет. Но, во всяком случае, там есть такие защепки, и если ты хочешь, то можно взять. С клипом таким. Да, $12 стоит, наверное, на пояс цепляешь, и все. Я не уверен насчет пояса. Я когда-то действительно носил на поясе, но они маленькие были, понимаешь? Ну а что, он мешает тебе сидеть или что? Ну, не знаю. Не могу кожаные сказать. Кожаные такие в виде бумажников есть, там вот такие, такие есть. Везде. То есть все это есть на eBay. Понятно. Ну, здесь видишь фирма Rebecca Minkoff. Ну, из-за того, что... Ну, давай вот на них цена. А здесь Моши. Сейчас, одна секунда. Фирма Моши. Одна секунда. Здесь, наверное, цена напечатана. Сейчас мы посмотрим. Давай. Да, $55, вот, пожалуйста. $55, да. Ну, что же. Вот, а на eBay они стоят 12. Тут обсуждается вопрос, как перекачать данные с наших телефонов. Они говорят, что нужно установить на наши Windows Phone, надо установить специальный софтвер, и потом он будет качать туда. Поэтому процесс может затянуться. А у меня на самом деле скоро урок начнется. Я, собственно, не сам веду, но урок в онлайне я обычно контролирую. Поэтому я уже, наверное, ребят оставлю. А мы с вами увидим телефон, когда он попадет ко мне в руки вечером, и мы так начнем потихоньку разбираться. Да, ну вот, собственно, мы уже и дома. Телефончик заряжается, адреса перенесли. В общем, такая вот история. Как сниму что-нибудь, обязательно покажу.